В Красноярск прибывают команды для участия в международном турнире по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при Иван Ярыгин. Так, в Академии борьбы провели тренировки сборные Китая и Соединенных Штатов Америки. Всего свое участие в соревнованиях подтвердили 13 сборных, например, из Сенегала, Камеруна, Японии и Италии. Торжественная церемония открытия турнира состоится в эту пятницу в 6 часов вечера, и уже после нее определятся первые победители. Многие борцы настроены на победу, так как красноярские соревнования – это еще одна возможность для проверки сил перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. В частности, команда США привезла 8 борцов, в том числе и чемпиона страны. И тренеры надеются на успех. Турнир Ивана Ярыгина – это великая традиция. Сборная России очень сильная в мире борьбы и сейчас подвержена серьезным изменениям. Я ожидаю удовольствия от борьбы и сильных соперников.